В Астане идут последние приготовления к празднованию 550-летия казахского ханства. На площади у монумента Казах-Ели выстраивают целый этноаул. Уже через считанные дни там развернутся все основные торжества по случаю большой даты. В возводимом царстве белоснежных юрт побывали и наши журналисты, но перед этим они стали свидетелями появления новой уникальной почтовой марки. Официальное рождение юбилейной марки проходило в Национальном музее Казахстана. Участие в церемонии торжественного гашения принимал заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев. Тираж почтовой марки, посвященной 550-летию казахского ханства, превысил 5000 экземпляров. В основу марки положена картина одного из казахстанских художников «Анракайская битва». Из прошлого нет и будущего. Не бывает народа, чтобы не было своей истории. Так и казахи, только за 8 месяцев мы выпустили около 500 книг, посвященных именно 550-летию казахского ханства. Юбилейная дата, одна из самых главных в истории современного Казахстана, не сходит с уст даже дипломатов. В МИДе накануне торжеств собрали весь дипломатический корпус. Глава ведомства Ерлан Идрисов пригласил иностранных коллег поучаствовать в праздновании 550-летия казахского ханства. Праздничные мероприятия пройдут и на юге страны, в городе Тараз, уже 9 октября. Именно в этом городе знаменитые султаны провозгласили создание казахского ханства. Дипломатов, как и тысячи других гостей со всего Казахстана, ждут вот здесь, на площади у монумента Казах-Ели. Сейчас на ней идут последние приготовления. Завозятся и собираются вручную десятки юрт. Их привезли с каждого из регионов. Это юрте уже более 50 лет. Она до сих пор используется по своему прямому назначению в качестве жилища. Правда, только в летний период. И не случайно. Именно юрт – одна из главных героинь всех праздничных мероприятий, как часть истории казахского народа. Грандиозный этноул – это не только юрты, прикладное искусство. Здесь пройдут концерты и фестивали танцев, спортивные соревнования и праздник казахского костюма. В общем, атмосфера будет царить под стать самой дате. Зият Уяков, Фариза Булатбек и Бауыржан Сыздыков. Итоги дня. Астана.